Пока городские парламентарии выбирали мэра областного центра, разрешился еще один не менее важный вопрос – откроют ли свои двери театральный комплекс на площади Пушкина. Стало известно, что все три ивановские театра – музыкальный, кукол, драматический – смогут вернуться в родные стены. Уже в эти выходные в Дворце искусств пройдут первые после длительного перерыва спектакли. Поэтому, если вы приобрели билеты на ближайшие постановки, лучше уточните, на какой именно площадке они состоятся. Мы сегодня получили радостное известие, что уже с сегодняшнего дня мы можем начать работу на нашей родной сцене. 5 ноября мы покажем «Крошка, енот и тот, кто сидит в пруду», а 6 ноября – «Веселые уроки». Специальная комиссия, которая занималась техническим обследованием здания театрального комплекса, вынесла решение, что находиться здесь и сотрудникам театров, и зрителям вполне безопасно. На тщательный осмотр крыши и фундамента здания, всех трех залов и других помещений специальной комиссии потребовалось всего 2,5 недели. Так как контракт был поделен на разные этапы, то есть, в принципе, первый этап у нас должен был оканчиваться концом года, но, понимая важность момента и важность театрального комплекса для, как для города, так и для области, для культурной жизни, мы непосредственно с первого же дня приступили к работе. На сегодняшний момент был составлен акт визуального осмотра, проверены, прошли все площади, обсмотрели все конструкции, ну и на данный момент пришли к выводу, что функционирование театра возможно. Опасения, что театральный комплекс стоит в себе угрозу для жизни людей, возникли по итогам мониторинга состояния строительных конструкций, который ведется на протяжении нескольких лет. Исследования выявили незначительные, как теперь уже заявляют специалисты, подвижки здания, всего в несколько миллиметров. Сейчас эта ситуация опасности не представляет, но обследование, на которое правительство области выделило 5 миллионов рублей, необходимо продолжать. Мы будем переходить к более детальному, так называемому инструментальному обследованию, то есть строительные конструкции обследовать в лабораториях, изучать грунты, изучать фундаменты, кровли, и уже можно будет сказать более определенные. Техническое обследование театрального комплекса продлится до мая следующего года. Именно к этому времени специалисты предоставят детальную информацию. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.